столице кадры жесткого задержания водителя инспекторами ДПС произвели в социальной сети эффект разорвавшейся бомбы. По словам шофера, патрульные очень резко отреагировали на то, что он без разрешения убрал конус с дороги. Владельцы легковушки силы вытащили из машины, завязалась потасовка, и даже приятели мужчины, которые приехали ему на помощь, ничего не смогли сделать. Александр Сафиуллин все покажет. Конус еще не успел упасть на землю, а они уже идут, почти бегут к машине. Кажется, сейчас кого-то оштрафуют. Я не понял, вы что дергаете? Сейчас я открою. Сейчас, секунду. Техника настроена, баланс взят, фокус четкий, можно начинать диалог. Говорю. Вы кто такой? Я еду, на дороге препятствия. Это вы что творите? Это вы поставили? Оперативно. Сейчас, минуточку, я сейчас в 1-1-2. Сделаю звонок. Пара фраз, понять друг друга не получается. Будут применять силу, уже и понятых нашли. Вы что делаете, не пойму? Сюда выходим. Чем дальше камеры, тем меньше вежливости. Общение из категории «строго по уставу» становится похоже на уличную ссору. Телефон выбросили на крышу. Похоже, водителю сегодня не повезло. Полицейские сильно разозлились. Где ваши документы? Руки на капо! Руки на капо! Понятые отворачиваются. Инспекторы уже забрали ключи. Отдавать не хотят. Основание какое вы? Для чего я должен выйти? Применена сила. Вы же документы просили. Будете. Я вас... Я же вам передал документы. Принудительно. Спорить бесполезно, приходится идти вместе с патрульными, но там опять ничего не получается. Да я не пытаюсь уйти, я пытаюсь сумку убрать, кошелек свой. Телефон убирайте. В машине нельзя снимать. Тогда давайте на улицу будем оформлять. Нет. Камера в руках водителя действует на полицейского, как красная тряпка на быка. Убирать он ее не собирается, ключи так и остались у патрульного, протокола об изъятии не составили. Но при этом водитель задержан, на помощь к нему приехали сразу два друга. Все снимают на камеру и зачем-то убирают конус. В итоге их приятели решают отвезти в отделение. Полицейский, это похищение. Позвольте. Я со своего подзащитного хочу. Можно я закрою? Вы отойдите. Они требуют протокол задержания. Так называемый защитник пытается вызволить друга из патрульной машины. Он меня телефон забрал. Смотрите, бьет меня. Ох ты, дайте закройте. Ключи, карточку нам он забери. Дверь закройте, гражданин. Знакомые задержанного блокируют выезд. Протокол задержания. Но инспекторы не отступают. Водителя все-таки увозят, якобы в отделение. Хотя дежурный его имени и фамилии в списках не увидел, задержанный оказался именно в этом участке. Его приятели написали жалобу и выложили в сеть запись конфликта. Ролик уже посмотрели несколько тысяч человек. Возможно, кадрами заинтересуются полицейские, а после обязательно оценят действия своих сотрудников. Чтобы выяснить все обстоятельства, мы тоже направили в МВД официальный запрос. Александр Сафиуллин, экстренный вызов.